Сегодня я вам расскажу о рецепте от кашля, который уже два поколения используется в нашей семье. Для этого нам нужна бутылка пива, любого пива, 200 грамм масла и 200 грамм меда. Все это мы выливаем пиво, кладем туда масло, мед, ставим на газ, подогреваем до тех пор, пока у нас масло с медом полностью не растворится в пиве. После этого мы отставляем. Ну, если вы больны, то вы можете сразу принять 60 грамм, потому что надо его принимать по 60 грамм перед едой, 3 раза в день, за полчаса до еды. А потом вы его отставляете, когда остынет, поставите в холодильник, и в следующий раз вы должны брать стаканчик, набирать чайной ложечкой, сверху у нас будет слой масла и меда, поэтому чайной ложечкой вы берете это массу, опускаете, доливаете жидкость и ставите все это на водяную баню, подогревая. Надо подогревать, чтобы было не тепленькое, а такое горяченькое, но чтобы можно было пить. Вот и весь наш рецепт. Выпиваете всю эту жидкость, и ваш кашель как не бывало.